Встречайте, постельное белье «Розы на воде». «Розы на воде». Обязательно запишите на это название. Все, теперь наши телезрители спокойно спать не смогут. Такое белье будет сниться. Но невозможно забыть такую красоту. Это реальность. Слушай, можно я притронусь к этой розе? Конечно. Мне кажется, что она действительно прям объемная, настоящая. Да, как Оля, 3D-технология использована. Угу. Посмотри, насколько четко прорисован принт, насколько создали дизайнеры просто действительно шедевр, будто розы лежат на постели. Кстати, эта технология 3D, которая делает вашу спальню неповторимой, не похожей ни на чью другую, это только ваш дизайн. Вот такая технология сегодня становится популярной. Это делает спальню действительно индивидуальной и оригинальной. Романтику обожают все, Юля. Я не знаю, ты тоже наверняка всегда мечтала, чтобы вот прийти в свою спальню, а вот твой супруг, чтобы украсил все лепестками роз, чтобы ты ложилась и понимала, вот оно счастье, вот оно романтика. Слушай, здесь даже ничего посыпать не нужно. Кстати, хочу тебя спросить, мне интересно, что это за качество, потому что, по-моему, хлопок, да? Да, это натуральный хлопок. Потрясающие объемные, реалистичные цветы выполнены на натуральном хлопке, что вдвойне приятно и что ценно. И я это ценю как эксперт, потому что это дает вам крепкий и здоровый сон. На хлопке высыпаться гораздо комфортнее, конечно, когда нет синтетики. Потому что жаркое время года грядет, да, не у всех кондиционеры. Мы ворочаемся в постели, и бывает жарко. А на хлопке будет кожа дышать. Вот, ты знаешь, это самое главное. Чтобы летом можно было выспаться. Потому что, когда мы открываем форточки, все двери, все балконные двери, ну, невозможно все равно нормально выспаться, потому что когда жара, ну, тут уж, извините, без кондиционера ни туда, ни сюда. Может спасти комплект постельного белья, конечно, в котором может. Нам будет комфорт. А когда хорошо высыпаешься, и настроение совсем другое. Да. Позитивное настроение. Вот заряжайтесь им вместе с постельным бельем. Это вот та самая база, с которой нужно начинать свой день. Вообще нужно менять жизнь именно с постельного белья. Именно со спальни. Не начинать вообще какие-то изменения в жизни. Особенно если какие-то перипетии, если что-то происходит, то, конечно, спальня — это то место, которое, ну, где мы под защитой, где мы отдыхаем, где набираемся сил. Поэтому, конечно, сегодня хлопок. Слушай, ну, чтобы сил максимально набраться, нужно же спать на только качественном комплекте постельного белья. Что за производство? Где делают наше постельное белье? Что это за приятное такое плетение хлопка? Постельное белье «Розы на воде» выполнено из хлопка с бязевым плетением. Мы сейчас посмотрим, как плетется бязь. Вообще, это популярный материал, и, безусловно, многие отдают ему предпочтение. И очень правильно, внимание на экран. Вот оно, полотняное крестообразное плетение крученых волокон хлопка. Это особая технология. Вот именно такое полотно, оно будет давать эффект прочности, долговечности, износа стойкости. А современная бязь, из которой выполнена, Оль, «Роза на воде», это еще и бязь класса «Комфорт». То есть это бязь, сочетающая в себе прочность и мягкость одновременно. Вот, ты знаешь, я вспоминаю, мама моя всегда говорила, я тебе не раз об этом повторяла, что она предпочитает именно бязь, хлопок бязь, потому что она говорит, это самая долговечная вариация. Ну да, это проверено временем, бязь выдерживает действительно до 400 стирок, то есть это несколько сотен циклов стирок без потери качества, то есть рисунок, видите, наизнанку вывернула, прокрашен как хорошо, то есть стирки выдерживает даже при температуре до 60 градусов. Постельное белье «Розы на воде». Пополняйте свою коллекцию лучшего домашнего текстиля эксклюзивным комплектом от нашего российского производителя. Это белье пошито здесь. Ткань выполнена тоже полностью в России. Бязь плетется здесь у нас на фабриках. Нигде не закупается. То есть это наше качество, проверенное годами. Швы, выполненные по ГОСТу, где вы такое найдете, это ваша уверенность в долговечности постельного белья. «Розы на воде», Оля, стирать можно до 60 градусов. Более 400 циклов стирки. Бязь класс Еврокомфорт выдерживает без потери качества. Здесь такие яркие краски. Я бы все-таки на 30 градусов стирала. Хорошо, стирай на 30, но я тебе 100% говорю, белье хорошо прокрашено, я наизнанку выворачивал, ты видела, какое качество прокраса, спокойно 60 градусов. То есть 60 можно? Совершенно верно. Эксперт телеканала лично проверяла, можно стирать при 60 градусах. Можно. Это качество, которое мы предлагаем вам на телеканале Shop & Show. Это российский производитель. Конечно. Юлечка, эксклюзивная расцветка только у нас? Расцветка эксклюзивная, действительно, постельное белье «Розы на воде» выполнено в эксклюзивном дизайне. Это наши дизайнеры постарались для того, чтобы ваша спальня вся утопала в цветах. Высыпайтесь, поднимайте себе настроение, начните это делать прямо сегодня с «Розами на воде».